Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня автомобиль Toyota Harrier 2003 года выпуска, 2.4 бензин, полный привод, автомат. Пробег на автомобиле 258 тысяч километров. Заменим сегодня на нем наконечники рулевых тяг. Заехал человек посмотреть, что там стукает. С левой стороны стучит наконечник. Но один не менять. Меняем сразу два. Поднимаю автомобиль, снимаю колеса и покажу, как стучит наконечник. Вот так вот болтается колесо. Так не болтается, ни на шаровой, ни на ступице. Вот такой вот большой люфт. Откручиваю колесо. Вот если посмотреть на наконечник, обратите внимание, входит именно в этом месте. Гайку, контрагайку я крутить не буду, я ее только сорву. Гайка на 22. Все, вот как ее сорвал, так ее и оставляю. Теперь откручиваю наконечник. Наконечник на 19. Одеваю съемник. И отщелкиваю наконечник. Сейчас будет щелчок. Откручиваю. Беру новый наконечник. Новый наконечник фирмы CTR CET-123. А этот наконечник, стоял 3/5. Смажу резьбу и смажу маленькую резьбу внутри. Закручиваю наконечник. Вот дошел до контрагайки, вот он и встал, получается, на место. Смазываю резьбу. И одеваю палец.
и затягиваю контрагайку. Держу наконечник. Все, наконечник я заменил с левой стороны. Сейчас поболтаю. Все, ничего не ходит. Идем на вторую сторону. Это вторая сторона. Вот если здесь посмотреть на наконечник, ну, похоже, сейчас наконечник заменю, уже будет точно известно. Ну, также расслабляю контрагайку. И откручиваю наконечник. Одеваю съемник. И откручу наконечник. Здесь аж грязь в наконечнике. Тяга не держит, падает. Но все-таки похоже стучала не тяга. Смазываю резьбу. Маленько резьбу внутри. Закручиваю наконечник. Также до контрагайки вот я его докрутил. Смазываю резьбу снизу. И одеваю на место наконечник. Закручиваю гайку. Фиксирую контрагайку. Пробую.
Нет, все-таки это не тяга, это наконечник стучал. Обошлись без тяги. Оба наконечника в хлам. Устанавливаю на место колесо, и на этом все. Замену рулевых наконечников на передней подвеске я закончил. Всего вам доброго.